Короче, Шакро Молодой вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Итого вор в законе номер один Захарий Калашов отсидел около 6 лет. Всего он был приговорен к 9 годам 10 месяцам. Суд принял решение об УДО из-за проблем со зрением у заключенного. Шакро Молодой был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов России с начала 90-х годов. После серии покушений в 2003 году переехал в Испанию, где занимался отмывом денег от криминального бизнеса в Российской Федерации. В 2006 году был задержан в ОАЭ и экстрадирован в Испанию, где суд приговорил его к 7,5 годам колонии. В 2015 году Шакро участвовал в перестрелке на Ротшильдской улице в Москве, ставшей следствием вымогательства у владелицы кафе Elements. В 2018 году его приговорили уже в России. Как однажды заявлял прокурор в суде, Шакро Молодой стал лидером российского преступного сообщества после смерти вора в законе деда Хасана в 2013 году. С тебя лайк и подписка.